Приветище, это Second Son, и сегодня, по всей видимости, у нас будет заключительная серия по этой игре. В прошлой серии мы сражались с каменной женщиной, я уж надеялся, что я ее нагнул и решу окончательный вопрос с ней, но нет, она от нас сбежала. И сбежала она в свою телебашню, по всей видимости, она вон там находится. Сейчас у нас задание выследить Хэнка. Вот, потому что он нас предал. Из-за него погиб мой братец. Это было очень печально. Но я сделаю все, чтобы справедливость восторжествовала. Нет сигнала, заберитесь повыше. Опа, что за взрыв был? Ого. Что там вообще происходит? А где это вообще? Палят из всех стволов. Как будто война. Понятно, заберитесь повыше и выследите Хэнка. Так я пытаюсь, вот это высоко, нет? Ого. Мы можем выследить Хэнка? Что-то пока ничего не... Найдите Хэнка, все, вот теперь мы можем его выследить. Давай попробуем вертолет сбить. Че они там пуляют во все подряд? В мирных жителей-то, а? Засранцы. Так, подсосем немножечко энергии. О, попал вертолет, прикинь, сбил его как-то. Хм. Удивительно, я думал, что я промахнулся. Ну все, полетели, короче. Оу, здесь знатненько Хэнк поработал. Это прям его автограф. Боже, это все Хэнк? Хэнк, ты тут? Я тебя не боюсь. Ой-ой-ой-ой. Мы ошиблись, биотеррористом. Нифига себе, с бочины прилетело. Так, ангел, я призываю тебя. Короче, я здесь всех по-быстренькому раскидал, но Хэнк умудрился от меня ускользнуть. Надо его заново выследить. Сейчас залезем вот сюда. Давай, отслеживаем. В какую сторону нам? Походу, а туда. А с чего ты взял, что мы выпустим такую крысу из города? У нас был уговор. Нет, у тебя был уговор. С моим боссом. Ее здесь нет. Зато есть те, кто клялся искать и убивать биотеррористов. А не помогать им. Тем более предателям. Вот это поворот. Я сделал, что вы хотели. Вы же обещали. Я обещал? У меня тут в Сиэтле уже 7 товарищей погибло от рук биотеррористов. Я поклялся, что найду и прикончу вас всех, тварей. Когда Августина узнает, что вы меня кинули? Мисс Августина там у себя в башне может договариваться с кем угодно, о чем угодно. А тут на земле больше 1000 бойцов. И наша цель — найти и убить. Даже 1000 солдат не спасут тебя от меня, Хэнк. Значит, нам говорят, что вон там где-то Хэнк должен быть. Поэтому помчали. Будем его сейчас там искать. Там, кстати, вояк дофига дедовских. Надо быть очень аккуратным. Не хочу с ними больше драться. Там бугаи такие здоровенные. Они очень мощные, их долго бить. А я хочу как побыстрее. Ну, он должен быть где-то здесь. И как всегда, на крыше. Конечно. Ну, посмотрим сейчас. О, дождик пошел. Эй, Хэнк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Западня, просто. Все, с западней разобрались. Вроде бы как. Остался вертолет, да? Вертик? На, получай. Еще. Ой-ой-ой, ракеты. Уходим, уходим, уходим. Подорвал. Не может быть. Он где-то рядом. Только где? Надо еще раз поискать. Видали? Выходит, я и без вас могу легко обойтись. Но ты пока еще в городе. Ну да, за мной через весь город тянется след из ваших трупов. Если сунете нос на пристань, я вашими кишками еще полморя завалю. Он идет к пристани. На суше уже места нет. Видимо, скоро мы с ним встретимся. Ой-ой-ой-ой, вот это взрыв. Стой. С высока было так хорошо видно, но у меня что-то кончились силы. Сейчас, подожди. Во, нифига себе, он там разбомбил, смотри. Вон он стреляет. Эй, Хэнк. Ну, здорово. Ты ублюдок. Она убила Реджи. Я не знал, богом клянусь. Ты не знал? Ты все подстроил! Она сказала, что просто хочет поговорить с тобой! И ты ей поверил, да? Она садистка, каких поискать!
Но она еще ни одного проводника не убила! Мой брат был бы сейчас жив, если бы не ты! У нее была моя дочь. Да блин, я даже не знаю, что, убить Хэнка или пощадить Хэнка. У него ребенок есть, давай пощадим, наверное. Он же из-за дочки это все сделал. Ну как вот? Я бы ради брата тоже бы все сделал. Пощадим его. Мы же добреши. Идем с нами. Мы исчезнем. Берегите себя. Я здесь, милая. Пошли домой. Милосердие приз получен. Доберитесь до башни Деза. Я наконец доберусь до тебя, Августина. Если она, конечно, не сдриснет, как обычно, обожает это делать. Подождите, я хотел на поезд залезть, но не так получилось. Сейчас, Рубил, жители Сиэтла, пора забрать наш дом у тех, кто хочет его разрушить. Биотеррористам нет места в нашем городе. Их необходимо изолировать. Упрятать подальше от нормальных, порядочных граждан. Ради всеобщего блага. Это что, шутка такая? Это же я защищаю общество от нее и ее армии уродов! Забавно это слышать из ее уст, поскольку она тоже является биотеррористом. Добрый народ Сиэтла, заклинаю вас! Положите конец кровавой резне, которую устроил в городе Делсон Роу. Он перебил уже не одну сотню граждан. Может, среди них были ваши соседи, ваши родные? Делсон Роу лишил жизни бесчетное число моих храбрейших бойцов, солдат департамента единой защиты. Они отдали за вас жизни! Пусть эта жертва будет не напрасной! Делсон Роу нужно найти и покарать любой ценой! Августина, ты все перепутала. Люди видели, как мы действуем. Если им нужно правосудие, тогда бояться должен не я, а ты! Так, трансформатор должен быть на крыше дома, напротив башни. Ну, значит, идем искать этот трансформатор на крыше дома. Моего. Или не моего. А вот, кстати, вот. Вот он. Ну вот, Делс. Если отключишь ограду, назад пути не будет. Так какой у тебя план? Возьмешь ее живьем, чтобы весь мир узнал? Или просто отомстишь за Реджи? Выбор снова, да? Убейте Августину, эта операция требует репутации злодея. А, ну я не смогу. Я не смогу ее завалить, потому что у меня нет репутации злодея. А я так хотел ее вальнуть за брата. Кого-то же я должен вальнуть за брата, правильно? Но не могу. Эх, значит, разоблачим Августину. Ну это, наверное, даже и к лучшему. Не всегда убийство твоего врага дает тебе облегчение. Ну, милая, пусть все узнают, кто ты такая. Ладно, это уже что-то. Даже если остальное все еще включено. Будет тяжеловато забраться, слушай, на эту вершину. А она на самом-самом верху, да? А есть дым? Мне бы дым не помешал. Дым-дымочек. Где-нибудь рядышком есть? Чё-то, походу, нет. Ладно, погнали, короче. Будем сейчас где-то... Где-то пробита линия, и вот через нее надо пробираться. Ага, да-да-да. Все, полетели наверх. Ай-яй-яй-яй, больно. А сверху-то как бы ничего не перебили. А, мне через вент-шахту надо. Все, понял. Погнали.
Вэйл, и сюда. Вау, и вон туда, давай. Или вот сюда лучше. Так, мы тут выше проберемся, нет? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, походу нам вон туда надо. Вих. Тут пока что никого. Нифига себе. Вот это знатный подрыв. О! Привет. Я нашла кучу трупов, подумала о тебе и пошла по следу. Ты не против? А, моя подружка приехала. Неоновая. Четко, спасибо. Здравствуй, здравствуй. Рад меня видеть. Конечно. Да я бы справился. Ага, кому ты заливаешь? Составишь мне компанию? Шутишь? Посмотреть, как плечом к плечу сражаются два моих любимца? Ни за что не откажусь. Два моих любимца? Это она про себя? Ага, новые дымовухи. Или про моего братюнька-геймера и меня? Ладно, погнали. Хоп. Чё, парни? Сейчас я вас расстреляю своими дымовыми снарядами. Оп-оп-оп-оп. А, я ж могу вам дымовуху кинуть, чё я туплю. Дымовушечка пришла. Вот ещё вам дымовуха. Надо ульту накопить. Есть еще кто? Вот нет, я дымовуха. Еще чуть-чуть до ульты осталось, совсем чуть-чуть. А, спасибочки, спасибочки. Так, и что дальше? Вот была бы у меня неоновая способность, я бы так же сделал. А, получается, мне смотри, что надо сделать. Вон туда. Долететь, зацепиться. Да-да-да. Как она, надо действовать. Только бы получилось, только бы получилось. Ой-о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 й. Упадем. Еще разочек сейчас попробуем, не страшно. Что-то плохенько зацепился там где-то. Вот так вот, давай попытка номер два. Только бы получилось. Вот я и здесь. Дальше куда? Где моя неоновая подруга? Ой, дезовцы приехали. Они просто лохи. Давай что-нибудь посерьезнее. И не говори. Готовченько! Разобрались с ними. Это пригодится. Куда дальше? Показывай. Или я один должен пойти? Ну давай я один. А, вон на ту, на следующую, такую же штуку взобраться нужно вон туда. Ладно. Попробуем. Получилось. Обосраться может. Посмотри, какая высота. Внизу просто пропасть. Если упадешь, то мало не покажется. Ага, дальше куда нам? А дальше-то куда? Подскажите, куда нам дальше? Я усвоила, ты впереди. Вот сюда. Опаньки, а вот и я. А, вот сюда можно, смотри. Тут тоже вон веншахта. Сюда. Все, неоновая подружка внизу осталась, теперь я один. Подсосем здесь дымка. И теперь мне нужно... Здесь есть какая-то веншахта? Куда мне нужно? Обратно, что ли, вернуться, спрыгнуть? Теперь впереди пойдешь ты. Со спины ты красивее. Ха! Теперь впереди пойдешь ты. Ладно, походу, надо разобраться с этими чуваками. На тебе дымовуху. Куда это ты побежал? Там вон еще один внизу. Опа! Забрали. Еще одного. И тебя тоже заберем. Эй, ты меня опередила, это мой был. Ты в меня что ли стреляешь или в кого? Этот упал с крыши. Ну чё дальше, давай, стреляй, отстреливай. Веншахта мне нужна, веншахта. Блин, ладно, помогу тебе. Это ищешь? Ранира, ты меня спасаешь. Спасибо. Дальше идем. Ранира, самое время мне помочь. Две вертушки. О, геймерский дружочек прибежал еще. Юджин, однако умеешь ты уравнять шансы. Хорошо иметь влиятельных друзей. О, это подружка.
Короче, если бы я их всех засадил, они бы мне тут не помогали. Так что за хорошего чувака играть приятнее, чем за злодея. Однозначно. Так, дымка давай подсосем. Где-то здесь дымок был. Вот он. Эй, Неона, подруга, может, ты мне тут еще одну веншахту расчистишь? Че стоишь-то? А, вертухи, наверное, надо. Подожди, вертух целая куча на самом-то деле, но я что-то их не вижу. Они внизу, что ли? Где вертушки? Или они выше? Вот они. Надо, видимо, с вертушками разобраться сперва. Ладно, хорошо. В них бы еще попасть. О, на геймпаде это сложно. Играл бы я на мышке, я бы их тут раскидал сразу же. Готов один. Где-то еще парочку вертиков должно быть. Не видно. Он туда куда-то стреляет. Вот он. Так, значит... Не попал. Последняя ракета осталась. Да! Но... Не сработало. Надо еще пострелять. Чертовы вертолеты. Такая толпа не может сбить вертолет, наконец-то. А я уже, кстати, почти на крыше. Нам дальше надо куда-то идти. Вот сюда запрыгиваем. Подожди, подожди, дым был. Появился дым. Мои ангелы-мстители тебя уничтожат! Давай не выражайся, Юджин! Дальше куда мне? Сюда, видимо. Ага, вон туда, к бугаю. Ди, давай сюда, это нужно видеть. Оу, я сейчас чуть с крыши не свалился. А если бы свалился, то это был бы абзац полный. Вот тебе еще трамплин. Спасибо. Ну, самое умное за сегодня. Молодчики. Могу взять геймерскую энергию. Похоже, тут нужен другой трюк. Ну и все. Эй, Августина, ты где? Похоже, вся крыша бронирована. Сейчас лучом попробую. Разрезать сможешь? Да, если вы с ангелочком меня прикроете. Без проблем. Не бойтесь, я вас прикрываю. Ой-ой-ой-ой-ой. Броныра, как там? Не торопи меня, Ди. Я этого не люблю. Ну, понятно. Еще немного. Капец, тут абзац что-то творится. Есть. Действуй, Ди. Заходи внутрь и хватай Августину, а мы с Юджином тебя прикроем. Спасибо. Иди и положи конец управлению Августины, а мы с тобой тебя прикроем. Ну вот, она дырку прорезала, и что, как мне теперь? Вот так вот сделать? Нет. А, мне нужно сделать рывок от спутниковой тарелки. Курилка, поднимись выше, чтобы ускорение набрать. Ага, я понял, уже сделал. И вот звезда упала. Загадали желание? А, пришел. Я наблюдала за тобой, Делсин Роу. Испытывала тебя, пока ты обучался своим трюкам. Я впечатлена. Да? Ну, я тоже про тебя все знаю. Ты подстроила аварию с Хэнком, выставила Юджина и Проныру монстрами, а себя героиней. Я защищала проводников. Защищала? За те 7 лет, что мой ДЭС, а не военные, контролирует проводников, ни один из них, то есть из нас, не погиб. Конечно. Ты просто сажала их под замок. Да, в Кердан-Кей. Чтобы спасти. От толпы, которая хотела их убить. Они не понимали, что так было лучше. Так ты все за них решила, да? Некоторые решения... слишком важны. Я видела, как на тебя смотрят люди на улицах. Ты ведь знаешь, какая это редкость. Народная любовь к проводнику. Ты должен использовать свою популярность, авторитет, чтобы убедить их, что единственное решение проблемы биотерроризма — это мой ДЭС. Ты знаешь... что больше половины проводников, погибших в той резне 7 лет назад, были убиты военными. Если они получат власть, как ты думаешь, где гарантия, что это не повторится? Нет. Нет, я расскажу всем о твоем предательстве.
Тогда посмотрим, кто тут настоящий защитник. Это же смертный приговор всем проводникам. Я тебе не позволю. Ты меня не остановишь. Так. Чё, все по старинке? Те же способности у нее, что и на крыше на прошлой были, или другие какие-то? Вначале мы тебя вышибем, значит. Опа. Готово. Упала деточка почти. Да, свалилась. Давай, с ноги ее. Ох, как мне нравится ее пинать. Слушай, я вот не понимаю, почему мы не можем к ней подбежать, пока она валяется, и не забрать ее силы? Почему мы ее обязательно должны пинать? Ну, видимо, такие дела. Значит, окей, мне нужно где-то энергию взять. Откуда-нибудь. О, подожди, тут можно забрать, отлично. Так, ну что-то плохо как-то забралось. Давай еще разок попробуем. Черт. О, как-то тут близко ко мне. На тебе. Оу, да. Ну, остановись. Мимо. Черт, пропукал все свои бомбочки. Еще разок. Давай, впитывай, вникай. Красава. Уходим. Ого, какие пилы. Ничего себе. Нам же еще нужно, по идее, забрать ее силы и вернуться в деревню, чтобы всех от болезни каменной этой спасти. По-другому, типа, никак. Есть, попал в нее. Упала? На тебе, в поддых. Ну ты мощная, что я тебе могу сказать? Еще раз упала. Прикончить Августину, ну давай. Ульта небесная мана. Хочешь мою силу? Будь по-твоему. Семь лет назад мое подразделение отправили спасать людей от нового врага. Проводников. Людей, чью силу никто не понимал. Они умели убивать. А еще делать других такими же, как они. Я подобрала одну девочку. Она шла следом за мной, пока я пробиралась назад к батальону. Вместе мы прошли через погруженный в анархию город, где все хотели нас убить за то, кем мы стали. Обычные люди превратились в линчевателей. Их приводила в ужас мысль о том, что среди них могут быть проводники. Мы никого не трогали. Но они видели в нас чудовищ. А когда в город вошли военные, те увидели в нас лишь угрозу. Я была проводником, была солдатом, но я не могла быть и тем, и другим. И я приняла решение. Это был единственный выход. Сдав живым первого проводника, я завоевала доверие властей. И это было только начало. Они дали средства на создание ДЭС. Они думали, что мы мутанты, которые ловят других мутантов. Но они не видели главного. Я хотела спасти как можно больше проводников. Если моим собратьям осуждено было выжить, то только за стенами Гердамки. Ну, такое, конечно. Выжить за решеткой. И девчонку еще сдала. Нет, я берегла их. Я никому не дам погубить свой труд. Ни правительству, ни армии, ни тебе. Семь лет ты просто держала их в заперти. Ты отняла у них свободу. Скажи, что бы ты сделал? Распахнул бы для них двери Кердамкей? Выпустил бы всех? Да, именно так. Мир за семь лет ничуть не изменился. А у меня
безопасно. Они живы. Выпустишь, они и недели не протянут. Так скажи мне, кто из нас спаситель, а кто монстр? Ты добился своего. Молодец. Теперь у нас у обоих есть эта сила. Вот только нюанс. Я 7 лет училась ей управлять. Черт, она права. Нифига себе, как круто. Она каменного робота собрала какого-то. Обалдеть. Научи меня. На помощь! Ничего не могу сделать! Мне нужен осколок! Ладно, Белс. Сейчас поищу. Держись! Давай быстрее, братишка. А то сейчас тут откину кони. Я только прыгать могу. У меня даже цепей с собой. А, нет, цепи есть, но я ими бить не могу. Хотя, о, хоть что-то. О, мне притащил этот ретранслятор долбанный. Спасибо. Красавчик. Красавчик, 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 поглощаем. Давай, 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 давай. Нет времени на всю эту требуху. Сразу показывай талант и погнали драться, а то меня сейчас замочат. Так, в каменную броню могу превратиться, ага. О, и в шар. Обалденно. Крутяк. Как мне это делать? Как мне? Нажмите. Так, 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 так. Чё мне делать-то, блин? Просто булыжником тут бегать. Колесо, кстати, я научился делать. Смотри, вот ты бежишь, 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 давай. И вот подпрыгиваешь. А, нет, надо вначале прыгнуть, а потом булыжника, видимо, да? Вот, 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 булыжник катящийся был. Вот, сейчас покажу еще разок. Вот он. Да, блин, что-то мало как-то получается. Фигово. О, еще один. Спасибо. Спасибо, спасибо, пошли. Тут что у нас будет? Ох, как все это долго происходит, капец. Стрельба булыжниками. Огонь. Этим уже можно сопротивляться. Ну... Получай по роже. Камня должно быть тут навало, поэтому... Если у меня все закончится, я буду... Ой-ой-ой, убегаем, убегаем, убегаем. Я буду тут камни собирать. Вот, булыжник опять в прыжке. Он только в прыжке получается, этот булыжник, который катится. Опс. Давай постреляем в нее. Ой, как ты близко. Че ты так как-то близко за мной бегаешь? Я даже не успеваю разворачиваться и пострелять по тебе. Йоджин, мне нужен еще ретранслятор с бомбочками, желательно. Ё-моё. Она тоже, видишь, булыжником катится. Прикольно. Вот, вот так, такие бомбочки мне бы не помешали, конечно. Да. Тра-та-та-та-та. Я как будто, знаешь, в железного человека стреляю из автоматика какого-то несчастного. Попробуй ее броню пробей. Скалистую. Так, разбил, кажется, да? Кажется, разбил. Давай постреляй. Нет, 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 стреляй. Блин, у меня закончилось все. А, вот ретранслятор кинули. Отлично, отлично, отлично. Отлично, давай высасывай. Высасывай. Бомбочки, пожалуйста, бомбочки. Дайте мне бомбочки. А, прыжок. Прыжок с левитацией. Ага. Ну ладно, пойдет, наверное, пойдет. То есть теперь я могу делать вот так вот. Мию. О, и достаточно неплохо левитировать, я тебе хочу сказать. О, увернулся от гранат. Ладно. Черт, не увернулся. Я бы хотел тебя оседлать, слушай. Опа, я через верх. Да что такое-то? Как ты меня смогла ударить, когда я был в прыжке? Японский горотопой. Каменный ёршик. Ну, реально, я ж... О, птица какая. Прыжок. Ничего себе. Вот это реально битва с боссом. А это что за змея? Ух, еще и змея. Она во всех животных, по-моему, превращается. Есть. Она развалилась снова. Больше не понадобится. Так, еще один ретранслятор. Спасибо.
Ракеты, пожалуйста, они мне очень сейчас нужны. Или ульта. Так, что? О, отлично, ракеты. Ништяк. Каменные ракетки. Ракетки, звучит так безобидно. Как будто в теннис собираюсь поиграть. Ну что, погнали. Ну что, барышня, ты готова отведать моих ракет? Как бы они, конечно, такие себе. Я полетел в другую сторону. О, как она меня хвостом подвинула. На тебе. Вот это я понимаю. И еще вот так вот. А тут она тоже в ответочку пошла. Блин, меньше половины осталось хп у нее. Перебежечка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не сдохнуть, блин, сейчас бы. Я тоже столько раз дыхал. Может, хватит уже? Давай, добивай моя. Развалилась. Как-то развалилась. Ракеты ей туда напихай. Все, ей СД цела осталась. Совсем чутка. А он же что-то никакие свои способности не применяет. И туда-сюда ходит за мной, и все. А я от нее бегаю. Вот так вот. Опа. Ракеточка, пожалуйста, последняя. Вот, лови. Я ее разнес. Сколько раз я здесь сдох уже, а? Ха-ха-ха, выкусила. Твоя же способность у тебя. Да. Говорят, это больно. Когда пыль наконец улеглась, сквозь бетонную оболочку были видны только глаза Августины. Но наполнявшую их ярость теперь сменил страх. Мы разрушили ее крепость, ее армию, ее планы на будущее. Скоро весь мир узнает, что она проиграла. Свергнута геймером, торчухой и провинциальным хулиганом. Толпа ликовала, видя, как уносит Августину. До этого никто и представить не мог, что люди и проводники будут заодно. А теперь я открыл новую эпоху. Те проводники, что годами сидели в застенках Кирдан-Кей, скоро снова выйдут на свободу. И будут жить, как хотят, и сами выбирать свое будущее. Сам же я получил, что хотел. И теперь должен сдержать обещание. Вернуться домой и всех вылечить? Бетти. Вилсон. Это ты. Их нет? Да. Пропали. Я же обещал вам. А остальные? Я только пришел. Начал с вас. Ты спас меня, Делсин Роу. Мы о Камише. Мы своих не бросаем, так? А где Реджи? Реджи. Реджи меня спас. Я люблю тебя, брат. Мне будет тебя не хватать. Приз получен. Справедливость. Ну вот и все. Мы прожили с тобой эту историю. Она была довольно-таки крута, в каких-то местах нудна, но все-таки замечательна. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, если ты еще не поставил, подписаться, если ты еще не подписался.
и мы увидимся вновь с тобой в следующем ролике. Так что до встречи!